Чуваки, всем привет, с вами Тима Хадамино, и сегодня у нас новое видео на сервере Amazing Roleplay 1. И это эксклюзивный видос. Короче, чуваки, я вам сливаю топовый модпак, который будет в скором времени на нашем сервере. Он частично недоработан, кстати, вот сзади Audi стоит, это я ее уже купил. И, кстати, ссылочка на этот модпак будет в описании под этим видео. Я перезалил этот модпак, потому что по той ссылке, где я скачивал, доступ закрыт. Поэтому, ребят, скачивайте по той ссылке, я сам оттуда скачивал, но это я залил уже Яндекс.Диск. Так, давайте вам покажу, какие тут тачки есть. Я пока взял Audi 80 покататься, потом возьму другую тачку, покажу какую. Так, идем дальше. Идем, идем. Кстати, он еще разрабатывается, поэтому некоторые косячки здесь будут, я даже заметил. Вот, ребят, смотрите, Peugeot. Просто я таких Peugeot даже не знал. 300 тысяч рублей стоит данная Peugeot. С тонировкой, чуваки, с тонировкой. Посмотрите, на каких дисках. На каких она топовых дисках. Просто кайфовая. Всего лишь 300 штук. 300 штук, чуваки. Класс, вот ее бы я тоже взял. Идем дальше. Так, это не заменили. Я не знаю, почему они начали еще один модпак делать. Ну, блин, я без понятия вообще. Ну, блин, вот эти вот модельки просто топовые. Так, вот Audi 80, та, которую я купил уже. Видите номера белые? То есть они их еще не сделали. То есть эта машина и этот модпак еще в разработке, но вы можете его скачать. Кстати, он вообще не лагает. И в этом-то и весь прикол. И весит он там 300 мегабайт, по-моему, или 400. В общем, в пределах разумного. Так, идем дальше. Идем дальше. Там такая куколка есть, чуваки, я сейчас. Вот, Jeep Grand Cherokee SRT8. Диски маленькие, но это ничего страшного. Чуваки, в дальнейшем эта машина подорожает. Это я вам так, по секрету. Ну, короче, неважно. Поэтому Pajerik... Был Pajerik, теперь Jeep Grand Cherokee. Посмотрите, просто, просто кайф. Вот в этом цвете. Блин, буду, наверное, покупать этот Jeep. Идем дальше. Так, надеюсь, администрация со мной ничего не сделает после этого видоса. Блин, блин. Так, тут у нас ничего не изменилось. Идем дальше. Так, дорогие тачки тоже никто не менял, я так заметил. Так, идем дальше. GTR, все тот же, Bentley все та же. Это все та же, Range все тот же. Идем дальше. Чуваки, извиняюсь за туман, просто так уж совпало. Так, идем дальше. Идем дальше. Блин, где там еще машины? Я не помню, около 6 или 9 машин заменили, я считал. Так, идем дальше, идем дальше. Приора все та же, Мерседесик тот же. Так, это тоже, Safari тот же. Вот, чуваки, Toyota Camry новая, вот это самая новая Camry. Просто посмотрите, дисочки, все конфетка, просто, не глючит, чуваки, не глючит, блин, просто кайф. 1 000 000 рублей, это она у нас заменяет, по-моему, этот самый, Alfa Romeo, раньше Passat был. Теперь это Toyota Camry, чуваки, какая она кайфовая. Просто кайф, идем дальше. Так, дальше. Это была, да, была, по-моему. Ягуар. Ягуар, это XF, по-моему, не, это X-Type. X-Type, по-моему, F-Type, F-Type, извиняюсь. F-Type, это Ягуар F-Type. Стоит он 1 миллион рублей. Я не знаю, что он заменяет, 1 миллион рублей, но, кстати, она будет тоже дорожать. Это SVR Ягуар. Боже, какой классный, я его просто капец как хочу. Посмотрите, какие диски, просто, 1 000 000. Чуваки, 1 000 000, идем дальше. Так, Субарик не заменили. Так, идем дальше, Сливу не заменили. Восьмерочка у нас все та же. Так, Савана все та же, это не заменили, не заменили. Елик не заменили. Так, что у нас там еще есть, блин. Вот, чуваки, Lexus, блин, я забыл название, LFI, Lexus LFI, 1 500 000 рублей, 1 500 000 рублей, чуваки, это просто жир, просто кайф, 1 500 000 рублей, Lexus LFI, кстати, он, видите, тоже без номеров, блин, просто кайф, чуваки, просто кайф, идем дальше, так, Golf не заменили, вот еще Audi Q7, ребят, Audi Q7, и тоже 1 500 000. Кстати, все эти тачки будут дорожать. Блин, просто, просто красавица. Просто посмотрите на эту красавицу. Чуваки, просто посмотрите. А, это просто кайф, чуваки. Я установлю этот пак и буду покупать эти тачки, пока они по таким ценам. В общем, чуваки, скачивайте, пока он доступен. Этот модпак постепенно обновляют, но вот у меня есть пока вот этот. Дальнейших у меня не будет, будем ждать релиза. Когда он выйдет, без понятия. Возможно, этот модпак делает вообще на лето. Кстати, посмотрите, панорамная крыша, я только заметил. Блин, просто кайф, чуваки, просто кайф. Audi Q7. Просто кайф.
Поэтому, чуваки, блин, если кто хочет, скачивайте, ссылочка в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кстати, скоро на канале 2000 подписчиков. Ничего больше говорить не буду. Ждите, всем до скорых встреч, всем пока-пока. Но это не точно.